Цхинвале прошло республиканское первенство по боксу ко Дню мужества и народного единства. В соревнованиях приняли участие представители трех возрастных групп – от 12 до 17 лет. Два дня болельщики могли наблюдать до 80 зрелищных поединков. По результатам соревнований будет создана сборная Южной Осетии, которая представит республику на всероссийских соревнованиях. Ко Дню мужества и народного единства проходят турниры на Кубок президента и по футболу, волейболу, а также баскетболу. Более того, в рамках празднования пройдут соревнования по стрит-воркауту, то есть уличному виду спорта. В конце недели также состоится международный турнир по вольной борьбе памяти двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова. Батрас Хуриев, Альдина Чихоева, информационный выпуск сегодня.